Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и я, Артур Блэк. Меня часто спрашивают, кстати, почему я тебя называю по нику, а себя по имени? Почему я так тебя называю? Потому что гладиолус. Да, вот. Вот вам такой ответ. Мы продолжаем играть в DayZ, мы двигаемся к Лопатину, да, ты говоришь? Да. Вроде он туда хотел идти. Лопатина находится в квадрате 27... 53, то есть 53 широта, 27 высота, ой, долгота, а мы находимся в квадрате 1778. То есть, офигеть. Вот справа на дорогу выходим. Так, погоди. Опять же, северо-восток. Как муторно, неудобно, непривычно пользоваться. Слышь, нам так долго идти будет к этой лопатине. Так, вот 78 нашел широту. Теперь смотрим. Квадрат 17. Мы в глубоком лесу находимся, недалеко от Мышкина. И нам нужно вектор движения наш. Короче, если смотреть строго на север по компасу, я, к сожалению, те цифры не могу сказать, то где-то на час. Где-то вот так нужно идти. Окей. Вот туда мы идем. Окей, давай, иду за тобой. Справа от нас еще с предыдущей серии идут какие-то непонятные люди, но мы их давно уже минут 20 не видели. Они там жарили барашка, возможно, они там и остались шашлычить. Надеюсь, мы с ними встретимся, потому что если мы встретимся, я буду у них стрелять. Ну, то есть... А как у тебя с едой, водой? У меня хорошо все. Хотением персонажа. Питаться есть. Нормально все. Вон там амбар, заглянем. Может, кстати... Вамбарчик. Блин, опять хотел сказать ангар. Да что-то не знаю, это болезнь какая-то. У меня то же самое. Главное, когда ангар а видишь, говоришь амбар. Всего. Да. А тут наоборот. Так, ну, тактика. Ничего, думаю, ничего страшного. Тактика элементарная. Ты где? Ты остался там, что ли? Двигаюсь вдоль леса. Вдоль леса? А, ну то есть ты по безопасности у нас, да? Вижу, вижу тебя, я сзади. Короче, знаешь, как сделаем? Стандартная тактика. Я сейчас тупо забегу туда, наверное. Okay. Все, кто сагрится, пусть я их убью. Уже когда они будут заходить внутрь. Окей, okay, окей. Okay. Так, тут вижу раз, два. И третий еще вдалеке. Добрый день. А тут даже не слышит меня. Так, за тобой пока двое. Единственное, что меня не радует, то что это не двухъярусный, поэтому придется быть поаккуратнее. Ну, в принципе, я думаю, все нормально будет. Так, подожди. С обратного входа он не может зайти, но долбится оттуда. Зачем он это делает? Да, они туда пошли. Ну, сейчас они вроде обходят. Я в безопасности, пока я не вышел. Ох, как они там противно. Да нифига. Ярик тебе. Здесь винчестер лежит. Винчестер? У тебя нет я патронов на винчестер? Дрова. Неа. Я просто вот сейчас с винчестера бы их почистил. Окон. Да, постоянно думаю, что лежит. Мне кажется, что что-то лежит. Ну так. И потом бы скинул обратно и взял М4. Но, к сожалению, у меня нет прям патронов на винчестер. К сожалению, у меня на револьвер патронов нет. Да, патронов не по нулям. Короче, не судьба в итоге. Я тебе дам сейчас. Эмочка лежит. К нам бежит зомби, отстреливай его. Так, минус. О, зашли, зашли. Сквозь забор меня задел кто-то. Ты так смешно ойкаешь. Так, они... Привязать-то вроде не надо. Нет, пока не надо. Я видел бы, если бы с тебя потекло. I don't know what's going on. What's going on? I'm scared. What's going on? Да, надо так говорить, чувак. Это... Китай промпт какой-то. Да-да. What's going on? Ну реально, зомби появился, на секунду ударил меня и обратно за этот ушел. Shoot him in the face. Ой, я, по-моему, в тебя попал, нет? Нет. Попал. Ты че, живой еще ползун?
Я что-то по нему пытался попасть, и, короче, в твою сторону очень опасный выстрел. Где-то в миллиметре от твоей головы пролетел. Так, у него банка лапши Но есть. я видел. Видел он. Отлично. Я просто сразу так влево отошел беспалевно. Ой, я прокачал весь чат, случайно не ту кнопку нажал. Сейчас опять начнется. Так, ну Давай как... начну я. Артур, я хочу от тебя детей. Давай проходить игры вместе. А, что еще там просят у тебя обычно? Добавь меня в друзья в Стиме. Я не знаю. Я больше ничего не знаю. Так, короче говоря, давай двигаться дальше, что ли? А, еще. Как установить DayZ? Блин, Я скачал торрент, оно не устанавливается. Как? главное, ладно Артур, бы просто с помоги мне. Гугла забанили там. Ну, на Гугле банят людей часто, да? То есть не могут люди на Гугле проверить. Но Да. мало того, еще и видеоответом практически к каждому видео там товарищ один добавляет fuck you по Да-да. установке русификатора, по установке DayZ, стимовской версии, не У меня, стим. когда спрашивают, я сразу говорю, у Артура к видео добавлено видео-ответы почти в каждом видео, как что установить. То есть Смотри, мы тут не справочные, ребят. Много военных. ты можешь Где-то объяснить, вышка. почему на поле нифига у нас 4 зомби, даже 5? 5 военных. Они Значит, военные, где-то да? вышка. Вышка, я Да. вижу вышку, вон она. Не Слева, вижу. на опушке. Там еще один ходит. Че, Давай их сходим? зачистим, кстати. Сходим? Ну, базару нет, пропускать неохота. Или ты хочешь сходить в вышку, и если кто-то так сагрится, бомбить? А, ну нет, я не хочу их всех убивать, потому что если мы вообще всех будем чистить, то у нас патроны быстро кончатся. Нет, не всех, я думал именно, что парочку военных прифигачить, потому что у них обычно что-нибудь вкусненькое должно быть. Мне бы Макарыч поднять с кого-нибудь из них и выкинуть этот револьвер, чтобы у меня был пистолет хотя бы. Блин, мы главное сколько Макарыча находили, а в итоге, когда он Я тебе почему-то думал, понадобился... что у меня в моем старом рюкзаке, который в зубе теперь валяется, остался мой рюкзак, в котором Макарыч. Я что-то думал, что я его переложил, но оказывается нет. Или переклал. Меня многие поправляют, что все время говорю ложил, но блин, что-то я привык так говорить. Да забей. Хотя я знаю, что ложат какашки, а кладут вещи. Ну вот такая привычка уже, извиняйте. Так, что у нас там есть? Там у нас... Офигеть, это что это такое? Там вкусняшка, анама. Хочешь подняться? Или мне? Пощёль, пощёль, пощёль. Так, ладно, я пойду, раз ты меня посылаешь. Я буду пушечным мясом. Пощёль. Ну, они далеко, они ушли. Так. Представляю, сейчас такая ядерная боеголовка падает вниз и прямо на эту башенку. Ага. Магазин МП5. Магазин МП5 до звуковой. Говорят, хреновая пушка. Кстати говоря. Я не беру. Тебе не нужно? То есть она Нет, а отличная пистолет-то вот нет. именно для... Нет, нету. Именно для зачистки. Она бы нам не помешала. Для зачистки деревенек. Ну, прикинь, с глушаком, насколько это все удобно. Да, но что там, как-то там были немного в шоке и не взяли, когда была возможность. Да я вообще, честно говоря, не видел. Да, но я видел, но я не стал брать. Я что-то подумал, что зачем она мне, когда у меня есть пистолеты, револьверы, патронов до хрена. Ладно, двигаем дальше. По тому Просто же те, вектору. кто, я думаю, занимаются, допустим, съемкой видео, да, ну как бы игр, то понимают, что уровень внимательности падает процентов на 90 где-то. Базару ноль. Если кто думает до сих пор, что играть и комментировать, при том еще и играть хорошо и замечать детали какие-то в игре, это легко, не знаю, попробуйте просто. Да в основном все вот Возьмите эти вот себя. критиканы, которые больше всех критикуют, сколько примеров было, они сами начинали, но в итоге через месяц у них резко становится, у меня времени нет, мне надоело этим заниматься, ну на деле просто понимаешь, что это не так-то просто, как кажется. А то кажется, ну сел, сиди, играй, да базарь, да, не так-то просто. Да, какие проблемы? Как один человек говорил, что там, на монтаж роликов там куча дней уходит, а здесь просто сел да записывает, да выкладывает по 10 дней, по 10 видео в день. То есть никакого труда в это не заложено. Это, Да ну конечно, какой тут бред труд. какой-то полный.
Чем мы с тобой просто приходим после работы убитые и записываем серии? Как бы нам что, нам все равно делать-то больше нечего, да, мы ведь все, не останавливаемся. Успокойся, да? Все, все. Все, так. Haters gonna hate, короче говоря. Да. Как это по-русски сказать? Говнари будут говнить. Нормальный такой адаптированный перевод. Так, мне показалось, что тут что-то есть. Здесь можно костерчик разжечь, только зачем? У меня температура, кстати, 100. На солнышке теперь нормально греется. Да, персонаж. Мы на солнце мы температуру поднимаем. Будет, если ночи холодно и будет идти дождь, мы будем, она будет убавляться. Ну, надо будет заходить в амбарчики, и там нужно будет костерчик разжигать, догреться. Ты нас туда вообще ведешь? Да, да, туда. Я в том векторе иду. Окей. Короче, многие спрашивают, почему ночные серии не записываем. Мы, конечно, постараемся, но просто дело в том, что в основном в игре, когда у нас день и вечер, и в игре день и вечер, когда да. ночь и в игре день и вечер. Да. И на ночь попасть сложно, это придется специально ночью не спать, чтобы записывать ночные серии. Это не всегда получается. Да. Ладно бы, если как бы Артур один записывал, или я один записывал, да, то можно было еще как-то. Да, еще скооперироваться нужно. Здесь надо скооперироваться, да, и вдвоем подгадать. Ну, если все получится, то может быть одна из следующих серий будет ночью, но пока не будем загадывать. Вот. Хотелось бы, да. Так, мы выходим на открытую какую-то местность. Блин, у меня постоянно закрывается GPS. Это плохо. Капец, у меня уже кукушка. 100 часов. Сколько мне жить осталось? А чё так, ма? А чё так, ма? И всё, ну. 114 зомби убил, офигеть. У меня скоро этот, как... Блин. В этих всяких зомби-фильмах есть же такие крутые парни там, которые увешаны там ушами зомби. Такой же буду. Ну. Так, открытый простор. Чё-то, блин, как-то боязно по нему передвигаться. Ну ладно, покажу. Давай. Ты беги, а если тебя подстрелят, я убегу в лес и буду помнить о тебе, как о хорошем напарнике и друге. Отлично. И сразу в чате. Он в лес убежал, ловите сволоту. Там спереди какой-то дом стоит, где-то, наверное, в километре для тебя. И... Ну, вижу. Короче, не знаю, что там. Ну, по-моему, в него зайти нельзя. Блин, вот здесь бы вертолет бы упал где-нибудь. Да, вертолет давно не видели. Потому что вертолеты пофиксили. В прошлый раз мы пришли к вертолету, а там пусто было. Да, но теперь лут с вертолета быстро не должен исчезать, как раньше. Угу. Ну, там не пусто было, там был пулемет. Я как бы душу отвел маленько. Ну да. А кто-то там кирпичный завод открыл. Ну, я, блин, благодаря тебе, да. Я мог открыть кирпичный завод. Без предупреждения стреляешь. Опасно так. Так, зомби вдалеке. Одиночный. Как раз около этого домика ходит. Ну, мы справа, я думаю, его обойдем. Справа? Ты время засек? Нет, я не засекаю, ты же у нас часовой. Я забыл. Ну... Печально. Ладно, если серия будет часовая, я думаю, зрители знают, кому сказать спасибо. Ага. А если серия будет 20-минутная, то я думаю, я знаю, кого на канале будет больше гневных комментариев. Haters gonna hate. Ага. Перевод лучше не будем вспоминать. Вон там справа лесопосадка, там много деревьев, где-то, наверное, метрах 500. Рванем туда, нет? Потому что тут... Давай. Тут ничего нету. Тут даже нет мест, куда можно было зайти. Ладно, я побег. Блин, куда у меня GPS падает? Какого-то чувака бандос подстрелил, убежал. Айсмок убили. Айсмок тоже из наших. Он меня постоянно на танке возил в батлфилде. А, барашка справа. Вижу. Shoot him in the head. У тебя место в инвентаре есть под 5 кусков мяса? А, блин, нам уже кровь надо. Ну, под 5 нет. У меня вообще места в инвентаре таком нету, а в рюкзаке, по-моему, я вот до звуковым убью, чтобы далеко слышно не было. Ну тут чисто поле. Здравствуй, дорогой.
Это я для тебя магазин снарядил. До свидания. Музыку надо, я не у Морикона какую-нибудь трагическую. Кстати, какой-нибудь человек будет бугуртить по поводу того, что я убил животное. У нас всякие, всякого рода будут недовольные люди. Так, на животном 5 кусков мяса. А, кстати, у меня есть место для мяса. У меня для одного куска есть мясо. Ой, для одного. У меня аж для трех. Так, набери. Ты все забрал, да? Все взял. Разводи костер на ровной местности где-нибудь. Прям здесь может получиться. Да. Блин, смысл сейчас-то? Я думал, может, ночью, когда она будет погреться, разведем. Мне нужно... Или у тебя есть дрова еще? Мне кровь нужно восполнить. У меня 8 тысяч. Я хочу, блин... А, тогда давай. Ну, иногда в лес туда уйдем. Пошли. Говорят, что за каждого по 500, что ли, прибавляют. 800, по-моему. Даже 800. У меня просто, ну, изображение не черно-белое, но выцвевшее. Так, где-то вот тут, ладно, наверное. Смотри, ты у нас главный. Вот здесь как раз есть. Главный по кострам. Главный кастратор. Да. Главный кастратор. Окей, ну раз ты так хочешь, чтобы я был главным кастратором. Так. Так, разведи костер. Мы его не развели, его еще поджечь нужно. Разрядить что-то можно. Так, я райдера сейчас обожгусь. Отлично. Так. Ох, как хорошо у костра. Так, теперь не надо. И как его жарить? Выбрать, наверное, на мясе жарить. Ну, на мясе вообще никаких действий нет. А, во, просто пожарить мясо колесиком. Просто колесиком выбираешь опцию действия. Так, взять сырое мясо. А, подожди, ты свое жаришь. Нету. У меня нету жарки. Есть, есть. Стоп, у меня мясо не в инвентаре было, но просто я его на землю положу. Так, пожарить мясо. Ням-ням-ням. Шашлычки. О, у меня 800 сразу прибавило. Еще пару кусочков. Вот я тебе говорю. Офигенно. Кишка в нуле. Да, это круто. Что там, пожарилось? Не 4 морфия. Значит, хорошо. Да. Положи мне один кусок в рюкзак. Давай. Держи, приятного аппетита. Спасибо. Так. Я бы тоже поел, но думаю, что у меня 11168, мне очень-то надо 800. В принципе, я думаю, хватит или еще один сажать, у меня 9800. Как хочешь, съешь еще один, чтобы подсветить был мир. Давай тогда, еще положи мне. Я думал, оставим на потом, ладно. Я просто... А, ты же... Стоп, там было 5 кусков. Ну? Ну, 2 взял, я 3 взял, ты. И ты 2 зажарил. Я один зажарил, один съел, один ты мне положил. А, вот еще одно. Ага, вот еще один положил. Так... Съесть еду, отлично. Я не могу сказать, что цветность прям как-то офигенно прибавилась. Ну, вроде нормально. Ну, всяко лучше, чем было, я думаю. Да и просто, блин, а то непорядок. Так, у меня 10600, отлично. Мы будем помнить этого барашка. Он нам очень помог. Да, он был очень вкусный. Так, все, примерно двигаемся в том же направлении, примерно. Ты просто, если думаешь, нет... Просто если думаешь, что я неправильно веду, ты нажимай кнопку K. Я нажал, да, посмотрел. Иди чуть-чуть правее, чем на север. Ух ты, а что там за домик? Где ты увидел? Или это мы его и прошли? Вокруг которого забор, вон там какой-то оградка. Это мы, да, его и прошли. Да, прибежимся правильно, вперед. Так, осторожно, мы, кстати, подходим к дороге. А дорога это, насколько я понимаю, та самая, мимо которой мы шли. Так что можем встретить сейчас этих архаровцев. Впереди даже, по-моему, какой-то... Блин, я думал, это домик, но, по-моему, там дрова.
Так, а что там на самом деле такое? Так, что, вперед пойдем? К этому домику? Там наверняка зомби. Да, там водокачка. Так, у меня персонаж хочет есть. У тебя мясо жареное осталось? Это круто. Нет, я все тебе отдал. У тебя 5 кусков было. Я съел 3. Ничего не 5. Я 3 взял всего, чувак. Ну, ты 3 взял, и я взял 1. То есть их 4 было. И 3 съел я, значит, один еще где-то должен быть. Ладно, хрен с ним. Один кусок я, видимо, так аппетитно кушал, что не заметил. Да. И у водокачки, кстати, воды нельзя набрать. Пока мы бежали друг друга, встречались рядом с деревенькой той, которую мы начали записывать серию с понедельника. А ты как была пробовал? Водокачка, я рядом с ней потыкался. Но я подошел к ней, прям вот к ней сел, нажал G и попробовал набрать фляги. Мне написали, что вы должны быть рядом с водокачкой или с водоемом. Ну, то есть с этим, не с водокачкой. Ну, как-то пофиксит, чё уж. Какие проблемы? А обещали, что в 3 местах можно будет набирать. В водоемах, у водокачек и у колонок. Пофиксит. Слева не ангар ли там? Не, вроде просто дом. Да, не амбар. Блин. Амбар. Амбар. Справа у нас поселение какое-то. Довольно большое, судя по всему. Как там раньше была реклама-то? Ля-ля-бра, да ля-бокка. Не знаю, что у вас там. Так, это за реклама такая. В Москву 3572 километра вроде бы. В Лопатино 1 и Выбора 3. В Москву? Че, может, в Москву? Мне как раз в Москву надо скоро. Ты где увидел это? Пойдем. Да вон справа, вдалеке вывеска, я в бинокль посмотрел. Угу. Почему здесь нет такой функции, знаешь, как в фильмах-то, да, типа, посмотрел в бинокль такой, типа, дай я посмотрю, надо, я тебе так из руки в руку передал, ты посмотрел, обратно отдал. Ага, отдал. Отдал, ну да-да. Так, куда мы вышли вообще? Мы вышли, давай, кстати, на самом деле. Должны были выйти к Лопатино и от него двигаться в сторону аэродрома. Так, мы сейчас находимся в квадрате 2257. Сейчас мне опять, блин, с моим топографическим кретинизмом искать это место. Так, 57, 57. Так, 22 нашел. Нашел. Тут вообще никакого указателя нет. Просто какая-то деревенька. Но это уже предместье к Лопатино. То есть Лопатино это... Ну, собственно, мы уже в Лопатино пришли, короче говоря. Окей. Выводи нас из Лопатино. Ну, как бы за Лопатино. Сейчас у меня загрузка. По дороге такой. Какая-то. Не асфальтовой. И в этот. В аэродромчик. От которого тут какая-то башня наверху нарисована. Тоже там, может быть, что-то есть. Машину надо посмотреть. Есть ли машина у них тут? Машина хорошо, была беда, да. Там у нас... Это ты так топаешь, как слон. Я думаю, блин, что за звуки посторонние? Уже приготовился стрелять. Я также топаю, не волнуйся. О, тихо, зомби. Военные зомби 2. 3. Где-то вышка сзади нас. Офигеть, я даже не увидел их. Мы, кстати, мимо них прошли. Практически в упор, да? Вот-вот. Ага. Так. Музыка начала играть. Не знаю. Хотя она мне вообще почти убавлена полностью. Я музыку выключаю, она... Почему-то я ее слышу. Блин. Не в тему играет постоянно. Так, ну тут пока что ничего интересного по зданиям не видать. Давай слева обойдем. А вон там, смотри, огроменный ржавый ангар. Да-да-да.
Огроменный ангар. Чё ты все обходить хочешь, а? Вот нет, чтобы зайти и посмотреть. Я не в смысле обходить. Нет, я тебе говорю в смысле, блин, ну пройти, короче, в левую сторону и потом, блин, справа зайти в этот, можно, ангар. А не в смысле обойти город, блин, и уйти в лес и сидеть там. Ну-ка. Нет, тут нет зданий, насколько я вижу. Хотя я еще не приучился, может, и есть какое-нибудь здание, в которое можно было бы войти. Ну, то есть, там, где я смотрел. А пока ты смотришь, к нам идет зомби. Пока ты говоришь, я уже дальше убежал. Так, чё? Пока ты говоришь так, я тебя уже нагнал. Пока ты выпендривался, я тебе сейчас пулю в лоб пущу. Я же киллер, у меня 114. Не беси меня. Меня иногда переклинит, я сам себя боюсь. Я себе в зеркало не улыбаюсь, да? Так, сейчас меня заметили. За 5 минут нашел 5 канистр. Что за издевательство, чувак пишет. Да, неплохо. Нашел бы лучше хоть одну машину. Было бы веселее, если бы он 5 колес нашел. Так, вот. О, там, собственно, пушка. Центральная лопатина уже. А здесь ангар. Что нам нужно в ангаре? Ох ты, плакат какой-то. Баннер. Че там рекламируют? Аверон какой-то. Аверон? Аверон это да. Остров из первой операции Flashpoint. Такой же огромный. Ну там нарисована гора, такая на ней маяк, и справа озеро кристально чистое. Красотища, в общем. Угу. Аверон, кстати, круче Черноруси. Аверон бы добавили как-нибудь, я не знаю. Там вообще офигенно. Ну ты же говорил, что 4 карты вообще таких масштабных, и они планируют. Они не планируют, это я предполагал, что вот сделали бы. То есть в армии же дофига карт, то есть 4 огромных локации. Добавили бы какие-нибудь точки, я не знаю, телепорта, чтобы между ними можно было перемещаться. Ага. Было бы прикольно. Ну, так, как чё? В сталкере, короче. Ну, к циркушке идем. Да, слева 2 зомби. А ты ломишься в полный рост. Че я? В полный рост ломился. Не ври, я видел. А мне показывает, что ты передо мной в полный рост вообще рядом с ним бежал. Я тебе говорю, что как бы зомби. Вон дырка в заборе. Ой. Дырки в заборе, зомби. 2 зомби идут в забор. Блин, он прям забор надо обходить. Такое ощущение, что у них автонаведение на меня. Куда я не пойду, и туда и он сворачивает. Это чё? Все заговор. Заговор. Долбаные зомби. Так, что-то у меня какая-то ошибка выскочила. Ну ничего. Что-то про Painkillers. Да-да, у меня такая же была. Но если здесь не будет работать обезболивающий, как бы, ладно, окей. Какая-то ошибка всего лишь. Так, вот, собственно, лопатина. Справа от нас слышу зомби. Справа на дороге, да, кто-то есть. Метрах в 10 от нас слева, метрах в 20. Иду вперед. Пощёль, пощёль. Если что, если начинается какая-то буча, вытягиваю их на себя и бегу к тому амбару. Ой, ангару. Ржавому. Справа зомби близко. Собака лает. Собака? Это не собака, это зомби. Прыгуны так иногда гавкают. Окей, мне показалось, что это все-таки была собака. Опа, тут что-то лежит. Зомби рядом. Что тут лежит? Да пофигу. Карта здесь лежит. Вовремя. Карта. Зомби, да, в последнее близко. Время нам стало больше вести со всяким лутом. Да мне кажется, просто как бы упростили дроп вещей. Потому что раньше же вообще капец. Хрен что найдешь было. Так, тут у нас нужник, может, да, там что. Говорили, что вы же в города не заходите, поэтому вы ничего не находите. Ага. Ну, по-моему, наоборот, логичнее, помимо городов, всякие такие вкусные вещи в недоступные места, куда никто не подумает пойти. В очки что ничего есть? Нет. Печально. А если бы было, ты полез, что ли? Ну, если бы там лежало, торчал приклад, скажем, Барретта или там СВД, то говно вопрос. Ну, тут в прямом смысле слова.
Мы были бы все в фекалиях, я не знаю, вырывали бы из рук этот барот друг у друга. Так, что у нас тут? Да и банку консерв я бы тоже там оттуда достал, наверное. Чуть консервы запечатанные. Тут пусто? Да, пусто. Конечно, только Lex Play по DayZ, прикинь, да? Lex Play мы с тобой делаем. How about Lex Play? Lex Clay. Что-то с клеем связано, короче говоря. Да. Да чего мне персонаж так запыхался, я не знаю. Может, он паникует как-то? Не знаю. Ты бы стал паниковать в затерянном городе-деревушке? Вокруг тебя, когда ползают тучи зомби. Да не в жизни. У тебя оружие в руках. Что такого-то? Не знаю. Я когда маленьким был, во многих таких страшных играх или там фильмах, когда смотрел, думал, да блин, я бы в самом начале забился бы в угол и убил себя. Чтобы не мучиться. Ну куда-то ползти, блин, там. В тех же чужих. Кстати, да. Увидел такое, твою же мать, они опасны. Бич перестрелился мозги, проблем никаких. Я когда малой был, я во всяких страшных фильмах в пол или в потолок смотрел. Вот. Мы на Кинг-Конга пошли. Еще старый такой Кинг-Конг был. Когда там еще человек играл в костюме обезьяны. Обезьяну. Я половину фильма вверх смотрел. Черно-белый японский-то фильм? Нет, черно-белый японский это уже трешак. А американский первая часть Кинг-Конга. Ну то есть не самая первая, которая там в 30 каком-то году вышла. Короче, так тут лежит газировка. Папажа. Да. И колонка. О, а, это канистра? Нет, это еда. Ой, да, ну консервы, короче говоря. Да я возьму. Добери. Че отказаться. Так, а это че за патрон? Квинчестера, наверное. Да. Выпусти меня. Тут я что-то застрял. О, колонка. Ну я и говорю, колонка. И ты как раз, я тебе сказал, что колонка, ты говоришь, ой, я попить хочу. И тут как будто он сам ее нашел. Не, мне показалось, что ты сказал, здесь кола. И я говорю, ой, я как раз попить хочу. Так, и что с ней делать? Видишь, я отмазался. Кола, колонка. Окей, все окей. Так, ну у меня, кстати, пить хочет, офигеть, как вовремя. Я и не видел. Так, выпить фляжку с водой. Подожди, дай я прилягу и сделаю скриншот на фоне колонки и церквушки, где ты сидишь такой с пушкой. Так, и наполню. Давай, сейчас ты сядешь с пушечкой так красиво. Я сделаю скриншот. Во, отлично. Так что повернулся на меня головой. Ну-ка, подожди, давай еще раз лягу, и ты вот так на меня повернись, типа такой опасный убийца. Ну-ка. О, да. Круто. Все, давай. Потом, блин, охренеть. Сначала шугались каждого, я не знаю, зомби там за километром ходили. Теперь в центре зазомбяченного города устраиваем фотосессию, блин. Че дальше-то? Зашел и такой. Ой, не знаю. Залезем на шпиль и будем водку распевать. Крича патриотические песни. Тут, похоже, тоже закрыто. Что-то похоже, вот такого типа церквушки, они вообще не открываются. Видимо, другого типа церквушки. Я видел скриншоты, где люди внутри с этих церквушек были, и там, ну, как бы, я видел убранство внутреннее. Ну, айда с той стороны посмотрим тогда. Айда в ту сторону посмотрим. Ой, я застрял. Узкий проход, потому что. Вроде бы ты мясо поел, вроде у тебя попница не должна пролазить никуда. У тебя, кстати, такой здоровенный леспак. А, у меня тоже такой же. Я же сегодня такой же взял. Ты что там вообще? Что, как он вообще пролазит? Я надеюсь, барашек был не бешеный. Да, барашек был вкусный, хороший. Да мне кажется, эта сторона тоже закрыта. Ну да, здесь, по-моему, даже проход-то нет. Да, нет. Не знаю, что я в полный рост иду. Да, здесь вместо двери текстура двери. Так, куда нам идти? Открываем компас. И... Ну да, нам чуть-чуть направо, вон туда. А ты куда хочешь? К аэропорту? Да. Так, подожди, этот УАЗик... Нет.
Так, аэропорт у нас находится. Открываем карту. Мы находимся 2752. Находимся в Лопате. На аэропорт у нас находится справа. Короче, открывай компас и где-то на середине между, собственно, севером и Е, то есть востоком. То есть ровно на середину прицеливайся и в ту сторону двигай. Давай. Вот такой у нас вектор движения. Зомби вроде тут нет. Да, действительно. Ну, потом я тебе скриншот как раз кину, ты его распечатаешь, повесишь все дома. Будешь, друзья придут, да, знакомый, ты такой: а вот здесь я был в это, у церкви, да, на Что ты пирогах. делал этим летом? Я был в отпуске в Черноруссии. Вот, посмотрите, да? Да. Так, ну идти-то, по идее, достаточно долго. Что ты там говоришь, ты времени засекал, да? Ну, я где-то минут 10 мы, наверное, записывали без времени, и потом я поставил его, и сейчас 22,5 минуты у меня на таймере. Ну, нормально. Где-то 30 минут с капушкой. Так что, думаю, еще дойти успеем. Как-то не в тему этот забор. Что он тут делает? А, так он тут вообще по периметру идет. Да. Ну ладно. А вот сейчас Да. будет, блин, полюшка поле опять палевно. Хотя можно вдоль деревьев пройти слева, кстати. Да, вдоль деревьев лучше пройти будет. Так, ну чё, к лесочку? И с лесочку уже пойдем правее. Хотя нам, конечно, нужно маленько Вот в так ту вот я сторону говорил, бежать. что у меня куча еды и воды. И в итоге, вот считай, сколько серий отсняли, да, и почти все припасы закончились. Ну, новый находим постепенно, чё уж. Да. Надо будет Главное, еще что было находим. обшаривать каждый город, пока не найдем, пока все не вытрясем. Это наша корова, и мы ее доим, да. Короче, сейчас Палатку уже... бы. Да, палатка бы не помешала. Сейчас для нас самую главную опасность представляют города и игроки, а вот эти вот всякие амбары, которые мы раньше боялись, сейчас уже смысла их бояться. То есть заходишь, почистил, идешь дальше. Ошметки зомби себя стряхнул, да. Слушай, как совсем прям по полю бежишь. А тут нет никого. Я, конечно, не знаю, есть тут есть, кто мне сразу башню снесет. Но как-то я, короче, подальше от тебя двигаюсь, чтобы, если В что... одной из серий на прошлой неделе топовый коммент был: чё вы типа там, блин, ну, друг друга прикрываете в лесу, где там вариант появления игрока 0,001%. А вот охота. Какие проблемы-то? Да. Лишняя осторожность не помешает, я думаю. Не помешает. Так, там, блин, что-то какие-то безлюдные земли пошли. И мы что-то как-то слишком, может, двигаемся направо. Не знаю, сегодня ты Сусанин. Ну, по крайней мере, сегодня мы сколько? Это третья серия за сегодня, да? Идет. Да, и мы хорошо идем. Да, Я к и ни тебе разу не никаких заблудились. претензий не говорю. Ну, Все отлично. вот так вот. Ты, кстати Сусанин в говоря, хорошем смысле тоже, я думаю, может быть. поворачивай налево, ты что-то там куда-то вглубь убежал. А, вот ты ко мне уже повернул. Я к тебе пришел. Так, короче Слушай, говоря. дорогой, ты меня не признал, что ли? Да я услышал тебя, не волнуйся. Я просто ты все время где-то в сотни метров от меня справа бежал, теперь уже ко мне подбежал. Так, ну что, Так. побежали дальше. Зелебоба добавил вас в свой список друзей. Офигеть. Да, Зелебоба меня уже добавлял. Меня Саша Грей добавляла. Откуда, кстати, Зелебоба? Да, и по поводу этого было много комментариев веселых.
И ты добавил, кстати? Ты, я надеюсь, ты не упустил шанс. Какой шанс? Ты чё там, блин? Это же кошмар. Так, справа зомбаки. Даже этот комикс видел, что она приходит в ресторан, ей стул подставляет, она на стул садится, он в нее проваливается. Как в черную дыру туда. А принесите еще один стул, пожалуйста. Капец. Падшие бабы. Падшие. Их еще, блин, в журналах показывают. Ну, в шалавы они и есть шалавы. Какой позор, бляха-муха. Да, по-моему, из всех видов славы это одна из самых таких, не знаю, неуважаемых, что ли. Слава ли это? Да. Не будем говорить слово на букву «Б», но Саша Грей — это именно она. Так, ты сопишь там справа вдалеке.